have ways of blowing things up. Здарова, ребятушки, с вами Оладушки, и да, был немножечко перерыв. Это я уже вынес. Так, сюда. Это просто в обход получается. Почему закрыто? Вы чё? Так, это получается... Тут шкурку я уже ловил. Получается, топи мы с вами прошли. Я максимально сейчас не хочу идти в ту сторону, там, где вон та чертова бомба была. Типа, одну бомбу мы уже, конечно, разминировали. Нам это получилось, но... Но я не хочу возвращаться туда, где та бомба. Вот этот файт мы обошли. Нафиг с ними. Так. Наверху мы уже были, да? Насе, сколько тут всего. Да, вот в избушке. Короче, два таких компа мы уже разнесли. Их то ли получается три тогда будет, то ли четыре. Но на данный момент, буду с вами откровенен, мне на данный момент игра уже не нравится. Ну, то есть, она была шикарна в первой части, в первой фазе. Было достаточно... О, то что-то можно подгрузить. What the fuck is this? Старую фотку. Мы с Эл только начали убираться в аквариум. Аквариумлен гладиатор, судак, что класс это досталось, что блин, а как это посмотреть, блин, он там что-то говорит, а теперь он ничего не говорит, ладно, забейте, я не знаю как, что, где, Похоже, у меня единственный путь, куда сейчас идти, это все-таки... Кстати, в магазинчике можно... Мне 51 собака доллар! Я что-то улучшить могу, да? Ну, давайте пулеметчика, может быть. Убивает мгновенно, дает... О, стой. Получается, у первого урона... Вот, да, вот это хорошая штука, потому что у него одна хпшка, и у него два урона. Вот это было бы для него прям супер. А ты что? Это... Жертва? Я не помню. Так, а ты кто? Карцевый символ становится сильнее, но если карцевый символ погибает, то исчезнет за шкалот навсегда. А, типа... Извините, не могу, да? В принципе, логично. Давайте тогда бронебота. Он все равно игнорирует первый удар. Хорошо. Возможно, я ошибся. А, ну здесь мы были. Что, путь уже не такой счастливый? Не нравится быть пешкой в руках этого капризного андроида? Перезагружаем матрицу индивидуальности. Мост достроен.
Да, кстати, мне нравится. Если уж на то пошло. Учитывая, что, скорее всего, сюда мы не... Хотя, тут есть файлы еще. Еще одна фотка с Эл. Мы сделали ее для школы, но я помню, что это было сразу после нашей победы в конкурсе для магазина Comics Land. Мы сказали родителям, что конкурс был на орфографию. Хорошо. Ну на, ты просишь, я тебя выберу, хорошо. Ты тоже будешь игнорировать карту. Это хорошая способность. Ты можешь взять, поставить карту, карта тебе тонканет что-то и... А ты в шоколаде. Так. Я здесь не могу пройти, потому что, чтобы открыть ворота, ты должна отправиться на юг. А теперь сгинь. Это мне все-таки нужно будет пройти ту бомбу. Ну, это чешуенно, ничего не скажешь. Еще файлы. Я же отсортировал и отсканировал эти фотки. Это последние. Последние фото с ней перед тем, как ее не стало. Прощай, сестренка. Ну, классно, да. То есть нам все-таки... Нам все-таки придется туда идти. Обязательно проходи через файт. Что у него там? На одной хпшке, да? Он вот танканет и... Энергобот. Да, кстати, энергобот — это то, что мне сейчас нужно. Фиксатор счета. Большую гостиницу с уютным интерьером, найти жену, сконструировать детей, остаться, состариться, передать бизнес своим детям, заржаветь в жизни семьи, будучи довольным своим немалым достижением. На первом деле устроить мероприятие. Двойной пулеметчик, да, давай. Ну, как бы, чувак, да. Награды тебе немножко не светит. Я не хочу бомбу. Она меня бесит. Я не хочу. Я это уже столько раз делал. Я не хочу. Я не хочу. Она мне еще мне тут этих резервуаров сапфировых понакидала, ну. Так, ты у нас что делаешь?
шкалу текущего максимума мне это не надо. Ваши боты на столе получают броню, может пригодится, если используется. Бомботы. Так раздражает, если честно. Ну, первый ход я просираю. Просрал, второй ход он не нанесет урона. По идее, я должен сейчас выиграть, если все нормально будет. Да, чисто повезло. Чисто повезло. С Гризом и с... улучшениями. Так. Эй, странница. В этих местах нечасто бывают чужеземцы. Желаешь пройти за эти лезвия? Допустим. Допустим? А тут у нас что? Пора обменяться картами. Ну, давай тебя там что-то... Страшного цвета. Канонский является карцевым символом. Все резервуары с самоцветами на стороне владельца получают нано-броню. Я лучше снайпер-бота возьму. И отдам тебе... Есть уже хороший снайпер-бот, кстати. У меня два фиксатора, считай, тебе одного отдам, потому что у меня снайпер-бот получше. Давай бомбота возьмем. Так, это генератор, все. Хорошо. Отсюда мы идем сюда. Можем пойти в эту сторону. А, туда я пока выйти не могу. Я понял. Находясь на этой территории, туда я пока выйти не могу, потому что оно все сбросится. Ну, типа, ладно. Мы, значит, идем сейчас к... Тут сейчас будет файт, а потом следующим будет босс. Так, что-то там на меня собрался выпустить. Ясно. Первый урон мы заблокировали. Нужен так. Нужно взять карту. Это снайпер. Ладно, берем шахтера. Наверное, вот так.
Ах ты ж, блин! Дайте мне тоже двойного пулеметчика поставить, какого черта? Черт у тебя, да? Блин, точно, я забыл, что его нельзя убивать. Ладно, мой косяк. Еще один бомбот. Возьми карту, да, давай. Энергобот, вот. Следующим ходом он меня не грохнет. Придется и тут бомбота ставить. А следующий ход ставить пулеметчика. Нет! Я не посмотрел, что он в разные стороны стреляет. Поехали. Надеюсь, мне бомбу не придется переделывать. Такие вещи, то что типа босс или мини-босс, или что-то такое. Не повезло с картами, ладно, бывает такое. Гриз двойной. Очка, ой, иголка. Эта карта сдохла-сдохла или... Отыграли хорошо, плохо. И у меня одни бомботы. Давай вот этого взрываем, да, отлично. Нет, оно всех вокруг взрывает, точно так. Выберем карту. Давай, поехали, Гриз. И двойного пулеметчика. И мы выигрываем, подожди. Да. Еще с неплохим бонусом финансовым. Гриз уже второй раз все зарешал. Так, сейвушка. Твои предметы вернулись в инвентарь. Зачем я это сделал? Не знаю. Так, здешний обыватель был жутким занудой. Хотя по правде не самым глупым. У него были планы на все случаи жизни, кроме великой запредельности. Что я купил сейчас? Я этого не ожидал. Что за 4.00? Чё, блин? Я это сейчас принтскрин сделаю. Вот, но... Блин, там что-то сказал, ладно.
Точно, это сам кончить. Давай, наверное, снайпер бота поставлю. Карта. Еще один двойной пулеметчик. Энергобот. Блин. Двойных ставить. На тебя, тебя и тебя. На самом деле, да, возьми карту, немножечко ложово, ладно. А двойного пулеметчика. Сколько у него хпшек? Одна. Сюда ставим. Немножко отыгрываем. Так, карта. Иголка по сколько? Два. Давай, хрыщ. Все. Типа каждый этаж это файт? Хорошо, карта. Шахтер, и ты же уедешь после этого? Да. Супер. Карта. Снайперы сюда. Вот это вот. Блин, они меня передамажили. Если бы я еще один ход выжил, шахтер бы вот этих двоих убивал бы. И не надо, не надо мне говорить, что мне теперь еще и первый файт придет. Блин, ну это же, ну это отстой, ну вы чего? Рыбка, да-да-да, она самая. Четыре. Четыре — это прям некрасиво. На. Так.
выигрываем. Я мог даже в пустую выстрелить, а не поэтому, ну ладно. Не то, что у меня много денег было, но все равно. Е2, Е4. Классическое начало. Карты. Шахтер. Энергобот. Я бы, честно говоря, его сейчас поставил бы. Хотя можно резервуар поставить и снайпера. А что у нас по 4 энергии, да? А этот дороже. Не буду ставить энергобот, потому что у меня клетка закончится. Сносит снайпера. Мушкодрон. Так, чуваки, мы выигрываем. О! Только после этого файта он. Это вернулись. Боты, которых мне больше не заработают. Да-да-да-да-да. Ах, да. Этот убербот. В общем, ты сама все видишь. Тут никого нет. На этом уровне нет босса. Это твоя работа. Пожалуйста. Нарисуй мне лицо. Меня вполне устраивает, да. А как? Я родилась. Я теперь буду... будто умею дышать. Кстати, мне понадобится суперсила. Свое собственное правило игры. Ты нарисовал мне такое красивое личико, так что, пожалуйста... Всякий раз, когда ты кладешь карту... Случайная карта получает 5 единиц урона. Случайная. Все карты получают по 1 единице урона. Всякий раз, когда умирает карта, одна из моих карт получает наноброню. Все карты получают по одной низ. Это будет трындец, как печально, да? Давайте так.
сейчас стоит, ну ладно. Он сейчас убьет. Все получит по единице. Ха-ха-ха-ха, вот это его проколбасило неплохо. У меня получается нельзя ставить ни снайпер-ботов, ни никого вообще, да? Ну что, я его сейчас ставлю и просто сразу же откисаю от этого. ХПшки, да? Так, надо здесь ставить вонючку. А почему на него не действует правило вонючки? Подожди. Это вот это логика. Потому что три карты умирают, все получают три урона. То есть получается, убив одну. Ох ты ж! Подожди. Да. Всякий раз, когда ты кладешь карту, получишь. Давайте так. Одна из моих карт получает. Всякий раз, когда карта умирает, одна из моих карт получает на броню. Давай так. Моя тогда фишка, чтобы у него не было карт на столе, иначе прям жестко получается. Я не туда поставил. Это вот вообще сейчас печально. Туда сейчас шахтер поедет и взорвется, что-то я это не учел. Немножко отыграли.
все. Пулеметчиками зачем? Ну, это первая фаза, да, сейчас будет вторая. А вот очень интересную механику для первой фазы. Ну, пожалуй, стоит развить эту идею. Во всякий раз, когда карта умирает. Сначала карта получает 5 единиц, я кладу пулеметчика. Все карты получают по 2 урона. Будет сыграна случайная карта. Случайная карта и с моей стороны в том числе. Но, видимо, меня это затащило только что. То есть вторая партия была сыграна даже практически без моего участия. Так, третий. Хорошо, хорошо. Это я заберу. От летучих. Это неплохо, кстати. Давайте одну единицу энергии возьмем себе. Интересно, восстанавливает или добавляет? Это уже лирика. Что получается, мы можем сейчас через мост идти. Да, теперь можно пройти, видимо. Ты открыл ворота, так что ступай. Мне кучу файлов нужно проинспектировать. Давайте там не... Оу-оу-оу, антенки. Это, ладно. Все, ребятушки, тогда, думаю, на этом серии будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра, всем ладушек. Всем покеда.